Известный актер Дмитрий Певцов вспомнил об одной удивительной способности скончавшегося любимца публики Николая Караченцева. По его словам, у того была удивительная способность засыпать на съемках. Бывало, что ему хватало 2 минут, чтобы погрузиться в сон в какие-то небольшие перерывы. Певцов связывает это с тем, что у звезды советского кино был очень напряженный график. Больше по теме вдова Караченцева рассказала о венчании и шампанском на поминках. Коргина уверяет, что муж сам хотел веселые поминки и венчаться. Во время репетиции «Юнона и Авось», когда Караченцев выступал в роли режиссера, он постоянно злился на всех актеров. Он не понимал, как можно не сыграть в этом спектакле. К Певцову, когда они встречались, он всегда обращался: «Здравствуй, красивый». А актер добавил, что сейчас у него есть разногласия с худруком театра Марком Захаровым. Они никак не могут найти актера на роль Рязанова в «Юноне и Авось». Певцову нравятся одни кандидаты, а Захарову совсем другие. В итоге Певцов вынужден соглашаться со старшим товарищем, так как именно Захаров делал спектакль, сообщает портал «Вокруг.ТВ».